Как выключить фары дневные? Так. Делаем все сначала. Вот заходим в программу Вася или ВТСДС. Заходим сюда, в выбор. Сейчас мы хотим выключить фары дневные. 09 портовой сет, это электроника машины. Заходим туда. Потом ищем пункт кодирования. Вот тут есть такой раздел. Помощник кодирования. Больше тут ничего не трогать. И делаем все осторожно. Вот окошечко, которое нам нужно. Вот тут мы должны сделать все осторожно. Читаем здесь. Установлены дневные ходовые. Вот дневные ходовые огни. Скандинавия активировалась. О, мы хотим выключить. Ага, это нет. Вот это мы хотим выключить. Северная Америка, дневные ходовые огни. Если включим, что, например, дневные ходовые огни Скандинавия, активировательные, ну, сами поймете, да. Выключаем. Сейчас мы хотим выключить дневные ходовые огни. Вот убрали галочку. Потом выходим из этого окна и командуем программой. Делай это. Кодирование применяется. Окей. Сейчас посмотрим. Погасла огонь или нет. Потом погасла.